необходимо замонтировать направляющие в каретку. Для этого необходимо снять боковые две плитки. Теперь монтируем направляющие и каретку. Для этого берем направляющую, вкладываем ее в отвор внизу. Берем каретку этой частью к стене. Берем вторую направляющую, вкладываем верхнее отверстие, через верхнее отверстие каретки. И теперь осталось вложить в эти отверстия верхнее и нижнее. Проверяем, как двигается наша каретка. Должна двигаться свободно. Если нет, то нужно урегулировать натяжение втулок с одной стороны и натяжение втулок с другой стороны. Теперь мы будем монтировать шаговый двигатель. Для этого нам необходимо открутить и снять верхнюю крышку. Снимаем осторожно. Откладываем. Вкладываем наш двигатель таким образом. Теперь прикладываем нашу крышку. И остается только зажать. Так замонтировали мы двигатель. Теперь наш двигатель надо закрепить винтами в эти отверстия. Для этого необходимо его немного приподнять. Монтируем ролики, вкладываем их в эти отверстия. Теперь берем ось. Одеваем сверху. Теперь второй ролик.